Вы представляете, у них Горан Драгич не выходит. Но это, как я уже сказал, определение состава, определение того, кто у него в команде первый выходящий на замену, это дело тренера. Я доверяю решению Малковича точно так же, как Кравцова. Держать три победы подряд, потому что это по силам. Бельгия, Болгария и Грузия для Украины вполне по силам. А три победы обеспечат, наверное, выход в следующий этап. Но ведь их же нужно 100%. Костриел отдал пустозвонов Фисенко. И Фисенко с самоудрихом на плечах воткнул этот мяч сверху. Посмотрите. Пожалуй, что Удриху. У Эразма есть старший брат, который тоже в сборной Словении играл когда-то. Три пары братьев. Это был бы рекорд, достойный книги рекордов Гиннесса. Вот он, самый молодой игрок сборной Украины. Лукашов. Липовой от мяча побежал неправильно к мячу. Если партнер прекратил дриблинг, надо идти к нему. Вот чернорабочий. В характере это у Лещука, за что я его и люблю, и уважаю. А это Кирилл Фисенко разыгрался. Отбросился, что называется, в Словении. Мурич, Мурич. По 24 секунды держать. Опа! In your face блокшот. Прямо в лицо. Это Кирилл Фисенко Сашу Осболта приземлил. Зачехлил. Какой угодно глагол. Пробито, 14 забито. 70%. Липовой под кольцом. Фисенко против Слокора. Уже в трехсекундной зоне. И уже забивает с фолом. Вот что значит настроение. Человек вышел побороться, показать свой профессионализм. Молодец. Кирилл молодец. Темпами Украина спасает матч. Еще и штрафной забил. Повой не отдал. Ай, не отдал. Вот теперь. Спрятались Модиши. Он, конечно, гад последний. Он специально ударил по голове Фисенко. Вот, вы видели этот момент. Я тоже на повторе смотрел на это дело. Очень мне это не понравилось. Фисенко будет пробивать два штрафных. Когда еще не было фазы атаки. Колченко, посмотри на кольцо, Саша. Вот так. Второй эффектнейший данк от Кирилла Фисенко Лаковичу. И это пробивающийся фол. Александр Колченко будет... Я обращаю ваше внимание, уважаемые телезрители. 4 минуты сидят в зале. И все переживают. И все восхищаются красотой, если она есть. Сопереживание. Вот что это такое. Липовой на Колченко. Мячик Колченко перехватывает. Фактически по-доброму. Фрателло Липовому отдает. Ну, это ожидаемо. Фисенко, если забьет из 2-1, это хорошо. 11 очков уже у Кирилла. Штрафные из 4-3, кстати говоря, сегодня. Оптимальное время атаки очень сложно. Это все ситуативно. Бегич. Блокшот и фол. Сначала блокшот чистый, и вот здесь не хватило опыта, понимаете? А два высокорослых игрока, Лещук и Фисенко, с двумя большими, с Лорби. Мне кажется, что вот в этой ситуации, когда Колченко... Почему вот эту миниатюру танцевальную, под такую хорошо знакомую нам музыку, да, не исполняли во время матча сборной России? Причем выдохнули оба. Маутер.
но пришлось понервничать и болеть.